Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру 200 дней зомби-апокалипсиса. Ну что ж, давай приступим. У нас с тобой заждался босс, и я думаю, что мы его с тобой сейчас одолеем. Но сначала я хочу избавиться, наверное, вот от этой орды. Именно своей машиной. Так, ставим с тобой мины по-быренькому. Выпускаем босса. Воу-воу-воу, это кто там? Это... кто такой? Это что за... блин, носорог. Действительно, друзья мои, это носорог. Прикольно. То есть эти носороги скоро появятся как обычные мобы. Ну, ты сам понимаешь, да? Победа за нами. Сейчас будем с тобой забирать награды. Окей, спасибо большое. Так, 142-й день у нас с тобой начинается. Я хочу сегодня дойти до 150-го дня. И надеюсь, у меня это получится. Так, ну что, здесь пока будут разборки, а мы с тобой будем забирать наши награды за прокачку, ребята. Нет ничего лучше грузов с припасами. Так, соберите 60 грузов. Это я сделал, забираем. Так, но кто их присылает? 1000 опыта, кстати, заработали. Так, кто их присылает? Соберите 14 наград из банга. Собрал. Так, достижение. Еще 1000 опыта, отлично. Так, достигните 150-го дня. Это я сегодня, наверное, сделаю. Умудримся. Так, испытание Синди. Повысил я ее до 70-го уровня. Также Тейлора я повысил до 70-го уровня. Дальше у нас идет Саманту я повысил до 60-го. Также и Тодда. Джонни тоже 60-й уровень получил. Чарльз получает 50-й. Так, Роберт 50-й уровень. Ким получает 50-й. Гарольд 40-й. Так, Тимми получил 30-й уровень. Оу, 40-й даже получил. Так, Саймон 20-й. 30-й, 40-й. Отлично, ребята. Видишь, прокачка идет. Шон 20-й, 30-й. То есть остановились мы на 30-м уровне. Так, а Ванька у нас получает... ага, получает он у меня 50-й, да? Повысить уровень Ивана до 60-го. Да, у него 59-й уровень. Еще один левел-ап, и будет все хорошо. Также Дорис получил повышение. И Джейк. Ну и, как ты видишь, Рэй тоже, ребята, повышение получил. Так, Томми. Доминик. Все. Вот такие, ребята, у меня за это время были улучшения. И поверь мне, это очень дорого обходилось именно в монетах, в голде. Так, кому-то там еще надо повысить один уровень, я видел. Это, по-моему, кто у нас на 59 уровне? Вот, Ванюшка. Ваня, давай. Опа. Нормуль. У нас с тобой уже 259 гемов. Это прикольно. А вот почему-то я не вижу здесь босса. Где он опять завис, а? Скажи-ка мне на милость. А вот и босс. Ну что, попробуем его заварить без бонусов. Поехали. Так, ну этого зомбика мы с тобой уже видели. Так, гранаты. Ой, гранаты, мины. Нет, неужели такие слабые мы? Эй, прокачка, прокачка, ребят. Ну не настолько же слабым быть. По-моему, друзья, фейл. Дрон, ну, да куда ж ты бомбишь-то? Так, подожди, ну в принципе эти ребята должны помочь нам. Так, Ванюша с огнеметом, давай, сжарь его. Я не допущу того, чтобы он пробил на ворота. Все, ребята, без бафов мы пробили, прикинь. Вот баф, который мы с тобой обычно активируем, да? Здесь мы его завалили без применения их. Так, и мы с тобой переходим на 143-й день. То есть 7 денечков нам еще нужно с тобой прожить. Так, ну что, мои ребята пока пускай стреляют здесь, да? Как только у нас появится босс, будем делать очередную атаку. Так, ребята, босс созрел, чтобы выйти. Плюс у нас с тобой откаты по нашим перкам прошли. Ну что, сейчас мы с этими охламонами разберемся. До сих пор, друзья мои, вот этот вот фиолетовый чувачок, вот этот вот, который бежит, я так понимаю, там с гранатами или что у него там сзади в рюкзаке, до сих пор он остается довольно сильным персонажем. То есть это единственный, который обезвреживает все мои мины и доходит до ворот. Так что давай выпускаем с тобой машину. Ставим мины. Бафаемся и вызываем босса. Опять это, да? Двухголовый чудик.
Давай, давай, быстренько его расстреливаем. Ну, ребятуля, вы чё, чё хандрите? Блин, я таким темпом фиг дойду до 150-го дня. Смотри, они полпути проходят практически на изи, ребят. Я не знаю, что у нас дальше будет ожидать. Но я, знаешь, что хочу сделать? Прокачать моего главного персонажа, чтобы он бомбил на автомате. Так, это вот это вот получается, да? Да, автоматическая стрельба. Вот так мы с тобой сделаем. Все, ускорять я время не буду, ребят. Потому что, несмотря на то, что мы здесь вроде бы как справляемся с нашими волнами, если я ускорю, они здесь просто жесть начинают творить. Там толпа такая идет, что мы не справляемся. Я не справляюсь, мой отряд тоже. Поэтому ускорять я не буду. Будем потихонечку, не спеша. И, кстати, у нас с тобой много денег, надо куда-то потратить. Говоря много денег, это означает, что у нас денег вообще практически нифига нету. Поверь мне, это ничего не значит. Так, я смогу Дориса прокачать, например, до 40 уровня. Да, получилось. Так, Джейка до 30-го. Норм. Так, что у нас? О, Сьюзи, давай-ка. 10 уровень. А Доминик 15 уровень надо вкачать ему. Зачем я это все делаю, ребята? Чтобы забрать кристаллы. Забрать кристаллы. И, наверное, бы Джеймса надо прокачать. Ты посмотри, деньги, ребята, просто тает. Вот, видел, да, сколько у меня денег? Это копилось у меня часов 10, наверное. А слил я это, ну, буквально за считанные секунды. Так, Дорис, Джейк. Так, и Сьюзи. Ну, вот и все. Очень редкое испытание Сьюзи. Вот так вот, ребята, копишь, копишь. Один в пуле воин. Так, Джеймса я прокачал до 160 уровня. Копишь, 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 а потом бац, и все, и ты остался без копеек в кармане. Ну, это ничего страшного. Короче, ждем с тобой появления босса. Погоди-ка, я не понял, а че? А че это они так ускорились, или мне кажется? А, ну это же когда появляется бегущая волна, да, тогда они бегут. Все, короче, ждем прибытия босса. Босик готов же выйти, я вот не знаю, стоит ли нам ждать с тобой откаты или нет. Может, попробуем так, своими силами его бомбануть. Так, это у нас чувачок с топором в голове, как я его назвал в свое время, бомжара. Так, мины выставим с тобой. Машину вызываем, может, она его даванет неплохо. Слушай, ну да, урон прилично наносит. Но самый большой урон наносит, конечно же, наши ребята ближнего боя, которые с бензопилой и с мачетой. Ну что, ты сам видел сейчас итог. Все у нас хорошо получилось, мы разобрали. Плюс получаем с тобой всякие плюшки. И у нас 145 день. 5 дней еще надо будет попробовать выжить. Так что будем ждать прибытия босса. Ну что, машина готова. У нас с тобой перки наши откатились. Две мины до сих пор еще стоит. Ну что, давай вызывать его. Кто у нас на этот раз? Опять носорог. Влупляем по нему. Слушай, ну тут, по-моему, все очень даже хорошо будет. Он медленный, очень медленный, поэтому с ним мы тут справляемся идеально. А знаешь почему? Потому что ребята ближнего боя, вот, они его просто раскромсали. Тот самый Доминик, да? Со своей легендарной пилой. И мы с тобой переходим на следующий день. 146-й. Да, я думал, будет немного сложнее, но, как видишь, идеально проходим. Но вот с накоплением, конечно, финансов все намного хуже. Все намного хуже. Может быть, нам прокачать чуть-чуть поддержку? Ты посмотри, какие ценники. Просто посмотри. Это, чтобы поднять всего лишь один уровень, нужно 559 Т. Триллиардов, наверное, я так понимаю. Это жесть. Можно, кстати, тачку прокачать. В принципе, не так дорого она сейчас пока стоит у нас. Ну, а как ты понимаешь, урон все-таки существенный. Да, вот так мы с тобой и поступим. Так, светошумовая граната. Соответственно, вот это время, которое стоит на поле. А вот это, которое наносит. Хотя она не наносит урон, ну для чего? А, это сколько энергии, да, она требует. То есть 120
128 энергии за один выпуск. А на поле она стоит 42, ну почти 43 секунды. Ладно, будем ждать очередного босяру. Но смотри, что происходит у нас. Вот этот вот дружеский удар или урон пока еще не откатился, а воодушевление есть. Попробуем с тобой, а? Вызываем. Так, пошла машина. Воодушевление врубаем. И смотрим, сможем ли мы с тобой пройти этого босса с одним всего лишь активным перком включенным. Слушай, ну я тебе скажу, неплохо. Вряд ли он пройдет. У нас еще две мины на полу лежит. Да, мы его распетрушим. Изи. Слушай, прикольно. Может быть, мы сегодня даже доживем до 155-го дня. Но это, конечно, вряд ли. Но было бы прикольно, если бы столько бы мы с тобой взяли. Там останется тогда 40-45 дней выжить. И все. Но вот эти вот самые последние дни будут, я чувствую, самые жесткие. И хотелось бы посмотреть, какой здесь будет самый последний босс. И чем закончится вообще эта история. То есть мы как бы последний оплот человечества, который спрятался за каким-то тут заборчиком, да, и воюем. Вообще тема зомби-апокалипсиса меня всегда, ребята, увлекала, всегда мне нравилась. Поэтому у меня много игр раньше, по крайней мере, были именно этой тематики. А сейчас мы с тобой проходим «Жизнь после», да, на плойке четвертой. Тоже тематика офигенная, мне нравится игруха, так же, как и «Одни из нас». Прошел обе части на ура, на одном дыхании. Побольше бы таких игр. Но я думаю, что ближайшая игруха про тему зомби будет, это, наверное, у нас Dead Light 2, скорее всего. Больше пока никаких таких я не видел релизов или предстоящих релизов. Так что будем ждать, ребята. А в данный момент будем очередного босяру поджидать. Ну, сейчас, я думаю, мы порвем его просто без проблем. Все у нас в откатах. Поставим с тобой мины. Вызываем. Кто это у нас тут? Опять ты. Опять ты, а? Носорог несчастный. Вот ему не имется. Все лезет. Ну, опять же, смотри. Все довольно легко и просто. Так, мину ставим. Нет, у него даже шансов нету. Мы его почему-то даже отталкиваем назад. Каким-то чудесным образом. Все. Значит, в этих... Как говорится, со 140 по 150 день у нас будет с собой, судя по всему, присутствовать вот этот носорог. Ну, вместе с бомжарами, да, с этими двуголовыми зомби. Хотелось бы посмотреть на кого-нибудь новенького, да? Кстати, вот помнишь, был слизень вот этот вот с щупальцами. Он всего лишь один раз у нас появился. Я думал, что он будет все-таки как обычный моб. Но он не появился в виде моба. Странно немножко, да, получается? Давай попробуем теперь без наших включенных перков с одной машинкой справиться с босярой. Подожди, вот эту волну мы переживем, хотя... Да, переживем. Видишь, что они делают? Что они делают на волне? На бегущей. Просто спокойно добегает до моих ворот. Это люто. Так, выпускаем. Опачки! Это кто такой? Что это... Я не могу понять. У него в руке есть бейсбольная бита, я так смотрю, с шипами. То есть это американский футболист, получается, идет. Давай ты, господи, мину еще одну бросим. Ё-моё, смотри, какой чувак крепкий. Так, Доминик его, конечно, бомбит, но... Так, Ванюша, Ванюша, жги его со своего огнемета. Ну! Трындец. Просто дошел в наглую к стенке к моей. Ну, опять же, повторю, не было включены перки. Да, сложно, 149-й день. Ладно, я думаю, 150-й мы сегодня все-таки пройдем. Я на это очень сильно надеюсь. Ну что, наступила пора глянуть очередного босика. Врубаем перки, опять. Опять этот самый носорог. Ну, мне кажется, он один из простеньких босяр. Если брать именно американского футболиста, он мне показался сложным. А этот, во-первых, медленный. Мы его почему-то еще как-то умудряемся все-таки чуть-чуть отталкивать назад. Ну, то есть, сам видишь, да? Вот такой получился итог. И мы с тобой доживаем до 150-го дня. Но я думаю, что заканчивать не стоит, а попытаемся взять 151-й уровень. Помнишь, как в прошлой серии? Мы с тобой дожили до
141 дня. Потом уже просто невозможно было. Нас сминали, плюс у нас были включенные перки, все было активировано, но нас просто продавливали. Сейчас посмотрим, если мы доживем, переживем с тобой 151 день, попробуем 152 взять, ну и так далее. Так что остается пока выжидать. Но в принципе босяра готов появиться, а здесь у нас награда за то, что мы, видимо, выжили с тобой 150 дней. Да, законы выживания. 20 гемов мы с тобой получаем. Итого 296. Че, уже закончилась стрельба автоматическая? Не, давай, продолжай бомбить. Продолжай, без устали. Так, давай-ка мы, наверное, с тобой еще вот это вот активируем, да? Бустер золота. И, видимо, пора вызывать. Где-то там, кто ты там? Ох, ё, это кто, ребят? Кто это? Не могу понять, что за фигня. Так, перки быстро с тобой активируем. Это ч... дом-мутант? Ты прикинь? Слушай, у него, по-моему, тут еще несколько стадий, что ли, будет? Что? Он что делает? Машину срочно вызываем. Что он там такое делает, а? Ты прикинь, сколько он мне чуваков подбил. Посмотри внимательно. У него три стадии у этого. Йо! Ребята, вы видели, что он делал, а? Ты посмотри, скольких бойцов он у меня отправил в больничку. Ну, нифига себе, вот это босс, ребята. Так, короче, мы с тобой ждем откатов всех перков, да? И после этого только вызываем его. Возможно, сейчас, подожди, я посмотрю. Давай вот это вот все восстановим. Хотя зря я трачу все это время, да? Они сейчас все равно сами по себе отличатся. Так, что мы можем с тобой именно из поддержки взять? Ну, давай, наверное, машину прокачаем. Машину, мины. Офигеть, вот это да, друзья мои. Дом, у которого три стадии атаки, плюс, я так понимаю, у него массовые, видишь, что он тут сделал? Так, ну попытку надо повторять обязательно. Ну что, друзья мои, давайте попробуем все-таки одолеть этого босса. Я, секундочку, я же могу купить вот эти, да, себе патрики. Где они у нас покупаются? Здесь, кажется. Ага, вот они. Блин, дорого стоит. Фиг с ним. Дорого, но надеюсь, от них будет эффект. Короче, фига тут волна бежит. Ё-моё. Короче, ставим с тобой светошумовую. Так, ставим три мины и вызываем босса. Так, перки включаем и вызываем босса. Поехали. Блин, вот это так. Зря, что ли, я покупал? Надеюсь, ребята, надеюсь на то, что мы все-таки... Видишь, он забор ломает? Нет, забор пока он не ломает. Бомбим, бомбим. Так, первую стадию мы с тобой прошли. А что так... Что-то как-то, я не знаю, ребята. Крепкий. Мои ближники... Ё-моё, мои ближники не могут справиться. Так, он уничтожил двоих уже. Так, забор пока еще целый. Да ты посмотри. Почему, блин, испытание провалено? Вам не удалось сдержать орду. Почему мне не удалось сдержать орду? Я не понимаю, он всего-то... Он даже не дошел. Я не понимаю, друзья. Трындец, 150-й день. Фейлимся и все. Я не могу ничего сделать. Ну да, подбил мне четверых. Слушай, мне кажется, надо будет в следующий раз прокачивать аптеку. Ну, больничку. Чтобы она моментально вылечила моих пациентов. Как только они попадают на койку, чтобы он сразу же вставал. А иначе я не знаю, что тут еще можно сделать. Он же забор, он не пробивает, это точно я тебе говорю. Он его не успевает пробить. Ну вот из-за того, что вот здесь вот сдержать. Может быть, нельзя, чтобы он дошел до половины. Ну, тогда делаем следующие выводы. Нам нужно прокачивать, опять же, наших бойцов. Опять же, прокачивать перки. В общем, друзья мои, увидимся с вами в ближайшее время. И надеюсь, все-таки мы доживем с тобой до
160 дня. А на этом буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.